Добрый день, уважаемые подписчики. Сегодня у меня автомобиль Ford Mustang 2022 года выпуска. Двигатель 2.3, бензин, автомат, задний привод. Пробег на автомобиле 10500 километров. Заменю на нем передний левый нижний рычаг. Застучал при торможении, что взад, что вперед, потихонечку, когда притормаживаешь, идет стук. На неровностях идет стук. Сейчас поднимаю автомобиль, снимаю переднее левое колесо и покажу, как стучит шаровое в рычаге. Поднял автомобиль, снял левое колесо. Сейчас, не знаю, получится, не получится. Задний рычаг, он целый, а вот эта шаровая, она стучит. Вот если на пыльник посмотреть, она гуляет. Вот она. И издает такой стук. Любое торможение взад или вперед, любая кочка, неровность. Здесь идет дребезг такой. Головка на 21. Так, откручиваю удлиненной головкой. Резьба крупная, хорошо. С этой стороны у нас болт. Похоже, головка на 24, а гайка приварена. Да, головка на 24. Все, пошло. Болт полностью выкручиваю. Ничего дополнительно снимать не пришлось. Ну какой крепкий болт такой, хороший. Не отсвечивает нормально. Беру прямо просто вот сюда, выбиваю, и все, даже съемник брать не буду. Главное не промахнуться, пыльник не замять. Рычаг. Все, рычаг снят, вот шаровая опора, где-то, видать, в яму влетели и ее повредили. Сайлентблок в идеальном состоянии, не продавлен, ничего. Беру новый рычаг
заказали оригинальный FR3Z3079B. У него сбоку сейчас на старом и на новом покажу маркировку. Там своя идет, помимо оригинального номера, еще там 816, 817, что-то не обозначены. Вот этот у нас задний, сейчас тоже посмотрю, есть на нем, нету. Рычаг распаковал. Вроде бы оригинал. И в то же время с тем, который стоял с завода, они отличаются. Чем отличаются? Здесь, видите, у него он более квадратный, он более толще. С завода он более прямоугольный какой-то. Потом, ну, то, что здесь наклейка, это можно наклеить на что угодно наклейку. Здесь идет маркировка, здесь нет. И вот здесь идет, я говорил, что у них там свои еще номера идут. Вот написано, отлито Фомока Е816Н. Также есть наклейка своя. А здесь в принципе наклейка наклеена, но под наклейкой ничего не прощупывается, нету, только буква L вот отлита, а здесь ничего нету. Вот такие вот дела. Но я хочу пыльники тоже разные. Здесь вот такой пыльник, здесь вот такой пыльник. Я хочу снять пыльник и посмотреть, сколько там смазки. Смазки тут нету. Так, я сейчас сниму старый пыльник с родного. Так. Я видел мало смазки, но я не видел, чтобы ее вообще не было. Так. Ну вот вся причина, почему застычал. Нет там смазки. Из завода там не было смазки. Смотрите. А нет, была. Маленько была. Но здесь помимо смазки еще и грязь. Это завод. Вот сейчас я его пошевелил, смазки намотал. Он даже вроде как стучать перестал. Сейчас промою его, покажу, что он стучит. Я помыл палец, он весь ржавый. Здесь все-таки попала вода каким-то образом. Хотя пыльник здесь сидит, вот в эту кромку вставляется. Сверху он плотно сидит, снизу он на хомуте. Как вода попала, непонятно. Ну и вот так вот. Палец гуляет. Ладно, это так. Это так. Здесь исполнение другое. Вот такого кольца на этом пальце нет. Пыльник здесь со своим кольцом сверху. А тот без кольца был. Вот он. У него здесь резина. В резину кольцо металлическое вварено. И вот эта часть одевается сюда. Почему я и говорю, что здесь он плотно. Пыльник целый, он не разорванный.
но вода каким-то образом туда попала. Вот так вот. Умер. Смазки. Смазки от слова нет. Ну, практически совсем. Убираю вот это подобие смазки. Поставь вот такой рычаг. И сколько он отработает? Полгода? Беру ШРБшку. Получается без разницы. Оригинал, не оригинал. Смазку везде проверять надо. Так, много взял. Ладно, лишнее уберу. Туда набиваю прямо. Лишнее убираю. Вот такое количество смазки я здесь оставляю. Так должно быть. Так, с пыльника тоже старую смазку. Там даже не смазка, как масло. Все, убрал. Одеваю пыльник. И по кругу его одеваем на место. Все, пыльник на месте. Беру кольцо. И по кругу его одеваю, пальцем придерживаю. Поехали. Все. Вот теперь можно сказать, что шаровая смазана. Прижмется, и видно, смазка там присутствует. Иду, устанавливаю на автомобиль. О, вставляю болт. Резьбу на болту смазал. Болт я вставил и наживил. А теперь можно прикручивать гайку шаровой опоры.
дотяну рукой, подкручиваю, но не затягиваю болт. Так, подкрутил. Сейчас опускаю автомобиль, зажимаю эту сторону подвески и затягиваю этот болт. Шаровую опору, как и сказал, дотяну вручную. Опускаю автомобиль. Опустил автомобиль. С той стороны колесо у меня сейчас где-то сантиметр коснется. И здесь тоже вот где-то миллиметров 6-7 коснется. Здесь я гайку прикрутил, чтобы диск не оттопыривал. Сжимаю подвеску. Я сжал подвеску, а теперь подлажу и затягиваю гайку, болт переднего сайлентблока. Так, это у нас подвеска сейчас получается в рабочем положении. Там на сайлентблоке ребрышки сделаны, которыми он цепляется за кронштейн. Все. Болт я затянул. Теперь поднимаю автомобиль, устанавливаю колесо. Здесь я, как и сказал, вот подкрутил гайку, чтобы диск не оттопыривало. Сейчас устанавливаю на место колесо. И на этом замену переднего левого рычага я закончил. Всем, кому понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, на телеграм-канал и на Яндекс.Дзен. Все ссылки в описании под видео. Автомобиль продолжает кататься и радовать хозяина. Ну, прикольный автомобиль. Я не против такой приобрести, покататься. Всего вам доброго. И огромная просьба, как и всегда в последнее время, заходите на Яндекс.Дзен, подписывайтесь, делайте просмотры. От души благодарю вас за вашу поддержку. Всего вам доброго.